Мое всеобщее почтение. Как многие знают, уже около года наша импровизированная студия ведет разработку собственной игры. В данный момент количество работающих на чистом энтузиазме сотрудников превышает 50 человек. Из-за неполной занятости это не такой быстрый процесс, как хотелось бы. К тому же кто-то уходит, кто-то приходит, и вот это вот все. Это к тому, что прежде чем вы увидите текущий результат и пойдете высказывать свои безусловно важные замечания, помните, что вы смотрите на техническое демо, где анимации и спецэффекты сильно далеки от идеала и конечного результата, и, естественно, встречаются всякие разные артефакты. Ну, в общем, смотрим. Похоже, выключилось основное питание. Рядом с тобой были сломанные генераторы. Попробуй завести один из них. Этого хватит ненадолго.
Теперь обо всем, что вы увидели, поподробнее. Мы прекрасно понимаем, что наше слабое место в данный момент – это анимации. Все дело в том, что аниматоров у нас все это время скорее не было, чем они были. Люди с опытом, приходившие и бравшие на себя какие-то задачи, либо бесследно исчезали, либо устраивались в какие-то студии, и у них исчезало какое-либо свободное время. И в итоге пока что имеем то, что имеем. К сожалению, не смогли даже показать вот этого красавца, которого нам обещали сделать несколько месяцев назад. Так что кто бы вам ни говорил, что программист на Python, докодер на Unity – самые востребованные специалисты, аниматоры дают им подержать свое пиво. Несмотря на уверенность авторитетных экспертов из мира игровой критики, ну, из комментариев, то есть, мы не стремимся копировать Dead Space с геймплейной точки зрения. Мы сосредоточены на том, чтобы дать игроку новый экспириенс в жанре survival horror. Не просто сделать что-то среднее между «хожу и всех убиваю» или «просто хожу и ловлю лицом скримеры», а именно то, чего раньше никто не делал. И главное, помните, сейчас речь пойдет лишь о текущих планах, которые вполне могут измениться. Первое, о чем стоит рассказать, это о системе лечения. Как видите, Healthbar представляет из себя две цветные трубки, метко прозванные знатоками ХПшкой и маной. Как я говорил в прошлом видео, в нашей игре вы не сможете бесконечно танковать урон за счет накопленных аптечек. Дело в том, что единственный способ лечения – это постепенная регенерация полоски здоровья в красном шланге за счет регенерирующего вещества во второй. Не стоит воспринимать это как две полоски здоровья, поскольку регенерация будет идти постепенно и вещество к хелсам не идет в соотношении 1 к 1. Ну то есть не так, что на 1 см здоровья тратится 1 см регена. Оно будет сбалансировано либо в большую, либо в меньшую сторону. Этим мы не только ограничиваем максимальное количество урона, которое может получить персонаж с нелетальными последствиями, но еще и количество урона, который он может впитать за определенное время, то есть в рамках одного боя или нескольких. И соответственно, выйдя из одного замеса с неким полученным уроном, игроку придется очень осторожно продвигаться вперед, дабы не вляпаться в следующий. И при этом стоять на месте и ждать, когда хпшка отрегенится, тоже нельзя. А все почему? Да потому что, как знают те, кто смотрел прошлое видео, смерть врагов в игре не будет окончательной. Данный аспект игры больше всех подвергался критике, ибо игроку подавай, чтобы все как всегда. Убил врага, подобрал с него патроны, убил следующего и так шаг за шагом до победного. И как только эти ценители легкого режима сложности услышали про бессмертных врагов, они моментально записали игру в говнище, даже не задумавшись о том, что между бессмертием и неуязвимостью есть огромная разница. Так вот, регенерация врагов будет происходить не только по таймеру, а зависеть от целого ряда параметров, скорее всего типа убитого противника и одна из ключевых особенностей – от света. Чем больше и ярче на убитого моба будет светить та или иная лампочка, тем медленнее он будет воскресать. Кроме того, чем больше и мощнее вы в процессе убийства его разделаете, тем дольше он будет регенерировать. И само собой, в игре будут расходники, способные замедлить процесс этой регенерации. К примеру, если вы убили моба в полной темноте, можно будет кинуть рядом с ним светящуюся палочку и все в таком духе. Само собой, такая механика, завязанная на свете, открывает большой простор для взаимодействия с освещением в игре, что также будет реализовано. Плавно переходим к средствам умерщвления противников. Как я опять-таки уже говорил, наш главный герой не просто так инженер, и все или почти все оружие будет, скажем так, детищем инженерной мысли. Первые образцы, которые тестируются и дорабатываются в данный момент, представляют из себя некие насадки для запуска разного типа снарядов, приводимых в движение за счет давления в баллоне, к которому они будут подключены. Первое оружие стреляет заточенными штырями из арматуры. Как видите, на оружии есть манометр с разноцветными зонами давления, обозначающими силу выстрела, влияющую на наносимый урон, баллистику снаряда и расход давления в баллоне. И в процессе геймплея игрок будет самостоятельно решать, чего, сколько и на кого ему тратить. Штыри после использования можно и нужно собирать и использовать повторно, но не исключены случаи, когда выстрел будет приводить к поломке снаряда. Второе оружие мы прозвали «балдомет», потому что он стреляет ключевым патроном от дрели. Тип урона у снарядов тоже соответственно разный, проникающий и дробящий. Сделано это с заделом на то, что разные виды врагов будут иметь разную защиту, восприимчивость к разному урону и разные уязвимые зоны.
Третий вид вооружения пока еще не готов к демонстрации, но концепт его подразумевает возможность настройки самим игроком таких параметров, как скорость стрельбы и количество затрачиваемого давления на каждый выстрел. При этом общее количество давления в баллоне, который в будущем безусловно найдет свое место на спине у персонажа, будет влиять как на скорость нагнетания давления в стволе, так и на его максимальную убойность. В итоге мы хотим прийти к тому, чтобы игрок более расчетливо подходил к растрате своего боезапаса, опираясь в этих расчетах не только на боеприпасы, но и на возможность их использования. Также есть наметки и по вооружению, которое будет работать от других источников, либо будет вообще автономным. Но о них мы расскажем, когда будет больше определенности в этом вопросе. Помимо стрелкового вооружения, само собой, будет и вспомогательное, но сделано оно тоже максимально нестандартно, поскольку, как вы, надеюсь, помните, у нас, в общем-то, космический сеттинг, а классических гранат в космосе, как правило, не водится, поэтому мы выкрутились следующим образом. Это карбидная граната, представляющая из себя банку, гвозди и специальный карбид в пакетике. Перед применением персонаж будет ее встряхивать, а игрок по звуку определяет степень реакции внутри банки, дабы бросить ее в нужный момент. Ибо если бросить слишком рано, враг успеет от нее отойти, и она взорвется слишком далеко. Ну а если поздно, то взорвется слишком близко и заденет самого персонажа. Эффект у нее по большей части осколочный. Посеченные враги будут замедлены, если, конечно, попасть им в ноги. Ну а тот, у кого она рванет непосредственно в ногах, лишится конечностей и пойдет в атаку ползком. Классический коктейль Молотова уступил свое место склянке с двумя компонентами жидкости, которые вступают в реакцию при смешивании. Здесь отличительной чертой может стать как время, необходимое для начала реакции, так и масштаб распространения пламени. Ну то есть, грубо говоря, толпу врагов вы не подожжете. Ну и не боевка, единой игра само собой будет жить. Вся концепция с воскрешающимися по времени врагами родилась из глобальной идеи заставлять игрока решать головоломки и проходить мини-игры, находясь под моральным давлением того, что рано или поздно враги поднимутся на ноги. Основным критерием к созданию, скажем так, интеллектуальных активностей стал условный реализм. Проще говоря, у нас не будет таких вещей, когда для того, чтобы открылась секретная дверь, нужно правильно развесить какие-то картины или расставить под шахматной доске фигуры и вообще всего такого, где главной движущей силой в механизме является магия и волшебство. Но в то же время для решения головоломок, к примеру, с платами, вам не нужно быть мастером по электронике, и основная цель этих активностей не вынести мозг, а заставить потратить драгоценное время. Так, например, для заводки генератора вам нужно поочередно, так сказать, насадить на вал шестерни, разогнав вал до примерно той же скорости, что и крутятся шестеренки. Подбирается все исключительно на глаз, и при этом скорость оборота вала регулируется ручкой по принципу постепенного набора и постепенного замедления. Короче, двигая ручкой, невозможно нащупать правильное положение, которое нужно для стыковки. Примерно каким-то таким образом мы будем пытаться рубить на корню прохождение по гайдам. В головоломке же с платой нужно правильно соединить входные и выходные порты, правильная конфигурация которых также будет все время меняться. Данная активность, скорее всего, получит свое дальнейшее развитие и будет встречаться в игре довольно часто, в том или ином виде. Сохранение прогресса будет осуществляться во всеми любимых сейв-румах, где помимо сохранения будет находиться верстак для крафта боеприпасов, станция для нагнетания давления и прочие полезные вещи. Основная идея этих подсобок будет в том, чтобы игрок мог приготовиться в ней к своей вылазке, и если она окончилась неудачей, мог попробовать здесь иную конфигурацию оружия и вспомогательных средств, а также решать, что и в каком количестве он с собой возьмет. Поскольку инвентарь будет само собой не резиновый, и количество как оружия, так и гранат будет ограничено. Впрочем, скорее всего, оно будет расширяться какой-нибудь прокачкой, но об этом уже в другой раз. Ну и под конец я напоминаю, что мы будем крайне благодарны за продвижение видео, будь то лайки, прямые репосты и в идеале нажать на подписку именно под этим видосом. Потом можете отписаться через денек-другой, надо просто алгоритмы качнуть. Ну и конечно же, мы по-прежнему были бы рады видеть опытных или талантливых теханиматоров, аниматоров, разработчиков, левел-дизайнеров, художников по пропсам, концепт-художников и прочих людей, которые умеют делать что-нибудь полезное. Если вы являетесь кем-то из таковых, пишите на почту, указанную под видео. На этом на сегодня все. Пишите в комментах, что думаете, нажмите что-нибудь под этим видео. В общем, все как всегда. Пишите, жмите. До новых встреч.